Самые яркие события и новости Орска прошлых лет смотрите далее. В Орске одна за другой появляются детские площадки. Причем в некоторых дворах для жителей это подарок коммунальщиков, а в других – плод собственного труда. Тему продолжит Лола Самадова. Сколько потратили на установку этой игровой зоны, здесь говорить не принято. Финансами помогла одна из семей, которые живут по соседству. А уж устанавливали всем миром. Папы приходили после работы, расчищали площадку, вкапывали конструкции и привозили песок. До этого здесь была всего лишь огромная насыпь. Убрали ее практически за 2 недели. И никто понятия не имел, что оказывается вот в этом небольшом районе, что у кого-то и 2, и 3, у кого-то 1 ребенок. А когда все вместе собрались, оказалось, что на самом деле очень много. Каждый до этого сидел в своем дворе, не виделись и не знали порой, что как соседей-то зовут. Такая детская площадка в частном секторе, пожалуй, единственная в городе. Как правило, для подобных работ требуется много места, которого среди проселочных дорог слишком мало. Поэтому появление такой игровой зоны стало подарком для всех, и для детей, и для родителей в этом районе. Такой же подарок получили и жители дома номер 92 по проспекту Ленина. Правда, здесь сюрприз приготовили не сами орчане. Разрешите мне от всей души поздравить вас с наступающим днем города, сказать большие слова благодарности службе «Сплавинвест» за то, что перед днем города они вам подарили эту детскую площадку. В этом районе поставили сразу 2 такие площадки. На обе потребовалось порядка 500 тысяч рублей. Особенность этой в том, что здесь есть и спортивная зона. Корт установили несколько лет назад, а теперь площадку дополнили различными конструкциями и сооружениями. Жители улицы Социалистической тоже на достигнутом останавливаться не собираются. В скором времени здесь появятся еще беседки для девочек, калитка и многое другое. Лола Самадова, Сергей Плюхов, служба информации ТРК «Евразия».